настолько интересная и увлекательная встреча с этим фильмом, благодаря которому можно увидеть, вообще увидеть, какие инструменты звучат в музыке преображения, и как они звучат. И такая возможность интереснейшая просто знакомство с каждым инструментом, как ткется музыкальный узор, и из каких нот, из каких звуков, вот, благодаря чему звучит сольная партия, как ее играет гобой, играет скрипки. Интересно, что благодаря этому фильму такое ощущение, что музыка, она еще глубже проникает, наполняет, благодаря тому, что можешь воочию увидеть, познакомиться с инструментами. И вот это ощущение такого сказочного звездного полета, который дарит фильм, он очень радостный, потому что вот это ощущение, да, такого праздника, таких необычайных цветов, и так это интересно увидеть, вот какой цвет, какой это инструмент, такое соответствие. Музыка преображения, мечты сбываются, становятся как-то ближе, роднее, благодаря вот такой встрече с таким фильмом. Спасибо.